Массовая авария сегодня утром произошла в Бирске. Столкнулись три иномарки – каршеринговый Volkswagen, а также джип и Lexus. ДТП произошло на перекрестке улиц Красная Сибирь-Боровая. Водитель автомобиля каршеринговой компании, по словам очевидцев, нарушил правила дорожного движения. Выехал на улицу Красная Сибирь со второстепенной Боровой улицы и не пропустил двигавшийся в прямом направлении по Красной Сибири со стороны улицы Ленина джип. После столкновения этих двух иномарок джип откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с «Лексусом». Сотрудники госавтоинспекции разбираются в случившемся.